Всех приветствую на канале MyBitsPlanet. И сегодня новое видео о вот таком существе. Это гусеница. Поймал я ее за городом, когда был в деревне. Сначала я не знал, что это за гусеница и длина, и потому что она была очень большая, и ее длина составляла 5 сантиметров. Но, поискав в интернете, я понял, что это гусеница такой бабочки ночной, медведица Кая. Как видите, данная гусеница имеет очень много волосков, то есть она волосатая. Это значит то, что она ядовитая. Если же я прикоснусь к этой гусенице голыми руками, а еще страшнее, если я ее как бы начну нервировать, то есть она будет обороняться, то тогда я могу получить ожоги. А если у вас есть аллергия на, так скажем, ожоги от этих гусениц, то все может быть еще страшнее. Конечно, вряд ли вы умрете, но все же будет неприятно. Вот так, кстати, она обороняется. Сворачивается в клубочек и выставляет вокруг себя ядовитые волоски. Данная гусеница превратится в достаточно красивую бабочку. Как я ранее сказал, медведица Кая. Данная бабочка летает в конце лета, но также встречается и в июле, и в августе. Я не знаю, когда эта гусеница будет окукливаться, чтобы превратиться в бабочку. Но тем не менее, это должно произойти до конца лета. Медведицы Каи откладывают яйца на такие растения, как крапива, жимолость, яблоня, малина и тому подобное. Далее, через 6-8 дней, вылупляются маленькие гусенички. Они питаются, ну и, собственно, вырастают в таких огромных. Вот, кстати, ее, так скажем, еще одна защитная функция. Я ей положил огурец, но на видео она его есть не стала. Но, тем не менее, после видео, за ночь, она обгрызла от него кожуру. Гусеница достаточно красивая, как я ранее упомянул, достаточно большая. Ну и бабочка тоже будет достаточно большая. 8 сантиметров в размахе крыльев. Это, на мой взгляд, достаточно много. Бабочка будет такая же пушистая, как и эта гусеница, но уже не будет ядовитой, если ее потрогать. У этой бабочки врагов очень мало в природе, так как ее на вкус, так скажем, достаточно горький. И либо рептилии, либо птицы не станут ее употреблять в пищу. Поэтому бабочка, в принципе, безопасна. Вот так, кстати, выглядит взрослая имага этой бабочки. Вот такое видео было. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока. Вы были на канале MyBitsPlanet. Всем пока.